И пока экономисты бьют тревогу по поводу оттока инвестиций, иностранные туристы в прямом и переносном смысле везут в Россию пароходы денег. Туризм становится выгодным направлением для развития экономики регионов. Для разработки одного из привлекательных экологических маршрутов на территории нашего края урочище Пымва-Шорнинский округ нашел партнера. Во время встречи рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству, посвященной арктическому туризму, было озвучено, что туроператоры Коми заинтересованы в создании этого маршрута. Пымва-Шор в переводе с Коми означает «ручей горячей воды», термальное урочище в бассейне реки Адьвы. Включает в себя комплекс из 8 минерально-термальных источников с температурой 20-28 градусов по Цельсию и археологические объекты. Источники остаются свободными от льда и теплыми даже при сильных арктических морозах. Пымва-Шор имеет статус особо охраняемой территории. Несмотря на то, что объект расположен вдали от транспортной инфраструктуры как Ненецкого округа, так и Коми, его посещают неорганизованные туристы. Планируется же, сейчас обсуждается на уровне субъектов Республики Коми и Ненецкого автономного округа развитие организованного туризма на данной территории. Чтобы развивать данные туристические маршруты и так далее, необходимо провести финансово-экономические расчеты о целесообразности, о том, сколько это будет стоить, о том, провести также изучение инженерно-экологические изыскания насчет того, каким образом оформить вот этот вот маршрут. Директор фонда привлечения инвестиций и развития предпринимательства Ненецкого округа Алексей Попов высказал мнение, что нужно разработать бизнес-проект по Пымва-Шору, чтобы понять, во сколько могут обойтись все необходимые мероприятия, а затем начать поиск инвесторов. Ими могут быть бизнесмены как Республики Коми, так и Ненецкого округа. Оба субъекта заинтересованы в изучении и облагораживании территории вокруг Пымва-Шор, ее постоянной охране и создании цивилизованного туристического маршрута к этому уникальному месту.